Добрый день, Денис. Простите, пожалуйста, за задержку с ответом. Делаю видео вам черной кожи. Она пришла, двойные плечи мы получили. Это не постоянная позиция в нашем магазине. Стоимость ее будет примерно 65-70 рублей. Сейчас я там досчитаю, просто доставку еще не посчитали мы. Вот. Оборотка у нее вот выделана, закатана, вся просто шикарно сделана. Оборотная сторона. Вот. Лицо это классическая классика, гладкая идет, без разбивки в барабане. На коже есть незначительные, да, вот такие вот дефектики. Вот здесь и на хребте, вот в частности, здесь царапины такие. То ли полученной при жизни, то ли во время выделки это произошло. Но вот эта часть, конечно, поэтому мы ее хотим резать на ременные заготовки. Вот. Но уже начали, в принципе, резать. Вот она, одну мы порезали, вот осталась полшкура одна. Здесь тоже есть такие дефекты, вот они находятся, допустим, здесь, ну, посерединке, да, получается, вот этой половинки. Вот, и толщина у этой кожи такая же, это растительное дубление, оборотная сторона отлично сделана вообще просто, иногда мы сначала с лицом ее перепутали, грубо говоря, вот. То есть, смотрите, сегодня постараюсь прям все уже по размерам отписаться и по стоимости. Ну, вот пока это то, что вот есть у нас, их вот две штуки пришло всего лишь, черные, вот, временной примерно такой толщине.